Всем здорова, с вами Эдом, вы на канале Мысли Геймица. Сегодня дальше проходим Decentraland, также провожу экскурсию. Сегодня у нас будет мирный обзор, который называется The Hillshire Farm Barn. В общем, это вот этот у нас мир. Координаты 76 на минус 138. Вот, сейчас играть можно, играет пока 4 человека. Находится в ивентах, чуть ниже полистайте, увидите. Ну, либо вот координаты вам. Значит, заходите, тут будет стоять дейт, вы нажимаете на него и поехали. Я не играл, NFT не забирал, не знаю, можно ли будет забрать. Но я думаю, что если фарм какой-то, то вот, походу, эти NFT есть. Так, тут у них есть соцсети. Так, что тут надо? Угу. Тут, короче, next price. Что-то приготовить. Ну, давай вот это приготовим. Уже готовить? У меня какое-то время пошло. А, Barn Bugs. Требует, что такое? А, короче, если что, вы... Вот тут можно купить за 1500 монет внутренних их токенов. И померить на себе, как они будут выглядеть. А ну-ка, это. А это вот так будет. Понял? А убрать можно? Нельзя. Ладно, так, что нам нужно сделать? Готовить, что ли? У меня какое-то время идет. Я не пойму, что. Что-то собирать надо? Яйца взял. Какие-то. Я собрал яйца. Я не пойму, что надо делать. Ну, я понял, что нужно готовить, только на чем? Томаты, вот там. А, нам нужно собирать, короче, этот ингредиенты. А, вот как они собираются. Или нет, или не так. Как собрать? В полете, что ли? Ладно, demo mine. Game over. Ага, понял. Давайте, например, это приготовим. Так, берем сразу. И. А, томат, 6 штук. Так, один есть. Второй есть. Третий есть. Четвертый есть. Не собирается что-то. Может, мне выкладывать надо куда-то? Ладно, а... Хлеб надо, да? Да, хлеб надо. Давай-давай, хлебушек. Time is over. Окей, но я хотя бы хлеб дайте соберу. Тоже не получилось. Так, дается 60 секунд.
Еще раз, погнали. Томат. Давайте томатное дерево будем собирать. Раз. Два должно быть. Так, например, тут томата тоже, да? Сейчас попробуем. Ну, пятый, томат, пятую штучку надо. Ну, ё-моё. Ладно, хлеб. Собираем хлеб. Несколько штук надо. Потом чего-то вот этого, да? Да, вот этих надо орешков собрать, или что это? Не знаю, что это такое. 15 секунд. Томаты, вот томаты. И вот эта вот штучка еще. Еще последнюю. Понял, последнюю. И хлеб. Вот хлеб. Ну, хлеб. Было близко. Я понял, короче, надо разным бегать. По-разному. Сразу собираем этот. Две штуки, да? Так, сразу вот это собираем. Вот это. Так, это есть хлеб надо. Хлеб несколько штук. Томат. Собираем томат несколько штук. Хлеба забираем. Тут хлеб забираем. Ладно, побежали туда, томат соберем. Быстренько. Томат раз, томат два. Собираем весь томат. Быстрее, тут хлебушек еще лежит. Хлебушек надо несколько штук. Еще хлеба. Томат тоже несколько. Тут томат есть еще. Вот, собираем. Ну почему не собирается-то? Тут вот хлеб валяется. Тут томат есть. У меня ничего не собирается, прикиньте. Ни хлеб, ничего. Ай. Мне 5 попыток, что ли, осталось? Или чего? Вот, давайте еще раз попробуем. Хлеб. 6 штук хлеба надо. Да, 3 собрал. Вот хлеб. Больше не собирается. Возможно, здесь теперь хлеб. Возможно, здесь хлеб теперь собирать. Да, на два разных, что ли, получается. Ага, хлеб есть. Томат собираем. Раз томат. Тут 2-3 штучки можно получить. Теперь вот здесь собираем. Томат давай сюда. Не понимаю. Может, поменять можно что-то? А тут-то что делать? Давайте сам вот. Вот я, например, взял трей. Spacing. Крит. Как готовить-то? У меня время что-то идет, я не пойму, что нужно. А вот еще и нафтекса здесь есть. Так, а готовить-то как? С тобой? Тебе? Короче, ладно, что-то не собирается. В общем, здесь можно забрать NFT, можно. Только суть в том, что я не пойму, как это собирать, и я не успеваю просто сам собирать все это. Вот такой вот, короче, у нас обзорчик получился. Если хотите, тоже играйте, получаете здесь NFT. Но лично я, что-то у меня не получилось. Вот, так что, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.